Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима и канал МТГ Сибирь. И за день до выхода Каладеша, я думаю, неплохо было бы поиграть историк. Сегодня будем обозревать мой, собственно, кур. Такой, который мне пришел давно в голову, но вот что-то как-то я все не решался его реализовать. Это Борос токены со сплэшем в небольшим в зеленый ради финишора. Давайте посмотрим. Ну, собственно, это те же самые Борос токены, что и всегда, с Лукой, с экзайлом токена, с поиском больших крутых крич в деке, без уламога, кстати. Возможно, уламог был бы даже неплох, но что-то вот, что-то решил без уламога все-таки. Сейчас подгрузится и посмотрим колоду. Итак, друзья, Борос токены. Давайте смотреть. Две копии высадки легиона за одну ману, чары, когда она выходит на поле битвы, создаем одну фишку, существа 1-1 белый вампир с лайфлинком. И когда мы атакуем тремя или более существами, трансформируем высадку легиона, собственно, в землю, которая за три маны может делать токена. Четыре хитрости сатира за одну ману, создаем фишку существа 1-1 красный сатир с способностью, существо не может блокировать, и с побегом за три маны и изгнание двух других карт. 4. Поднять тревогу за 2 маны на скорости инстант. Можем создать 2 фишки существа 1-1 белый солдат. 4. Запретной дружбы за 2 маны мы создаем 1 фишку существа и 1 фишку существа человек. То есть, ну, динозавр с ускорением, кстати говоря, да. 3 копии знамения солнца за 3 маны с мигом. Когда он выходит на поле битвы, мы создаем 2 фишки существа 1-1 белый человек солдат и гейм 2 хита. 3 копии истории Бинали за 3 маны, создаем фишку существа, 2-2 белый рыцарь с бдительностью на первой и на второй фазе, на третьей фазе рыцари по нашим контролям получают плюс 2, плюс 1. И бдительность, по-моему. Или он уже с бдительностью? А, с бдительностью выходит, да. 3 копии укрытия Филидаров за 4 маны с землепадом. Каждый раз, когда земля выходит на поле битвы по нашим контролям, мы выбираем опцию, либо создаем себе котика 2-2, либо кодем по одному жетону плюс 1, плюс 1 на все существа по нашим контролям. 4 перевоплощения за 4 маны, мы сгоняем целевое существо. Контролирующий это существо игрок показывает карты сверху библиотеки, пока не покажет карту существа, и кладет эту карту на поле битвы. Вот. 4 копии героического подкрепления. Она моя, наверное, одна из самых любимых карт за 4 маны. Создает 2 фишки существа 1-1 белый солдат. И конца хода существа под нашим контролем получает +1/+1 и ускорение. 3 копии луки изгой медных кителей. А, собственно, они нам нужны ради второй билки. Она работает так же, как и перевоплощение. И 2 копии архонта гармонии за 6 маны 4-5 с полетом. Не являющиеся архонтами существа имеют силу выносливость 3-3. И когда он выходит на поле битвы, создает 2 фишки существа 1-1 белый человек. И шагающее на пролом чудище, тоже в количестве 2 копий. А за 8 маны 5-5 с ускорением, когда он выходит на поле битвы, существа под контролем, под нашим контролем получают пробивной удар и +6/+6 до конца хода, где есть количество существ под нашим контролем. Все очень просто. То есть мы ставим кучу токенов, играем обилку с луки либо с перевоплощения и запарываем. Если у нас это не получается, то с помощью укрытия Филидара или с помощью героического подкрепления делаем всех наших существ мега большими. Вот такая колода, ребята, на сегодня. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, и понеслась жара. Итак, друзья, первая игра. Надеюсь, что все у нас получится с вами. Ну, дека достаточно быстрая при нормальном приходе. Вот так вот скажем. Достаточно быстрая при нормальном приходе. Вот. Так, ну тут у нас приход отнюдь не очень нормальный, да? Всего 2 земли на стартовой руке. Пейнт ходит первым. Я думаю, что мы смулигаемся, не стоит рисковать. Эта рука значительно лучше. Давайте кип. Давайте одну поднять тревогу мы уберем. Угу, отлично. Так. Так вот и ход. Земля и гоблин. Ну, это не очень хорошо для нас. Может быть, тут придется даже играть от дефа. Давайте запретная дружба. Давайте динозавр в атаку. А человек стоит. И ход. Еще один гоблин. Окей. Угу, нету блоков. Ну ладно, давайте сказочный проход. Давайте в атаку. На 2? На 1? Окей. И ход передадим. Конец хода.
Неплохо было бы сейчас подрывать землю, чтобы под открытие фельдаров как бы два раза срезовывать обилку. Ага, и музус. Ну это жопа, это все, наверное. Ну да, тут не очень все хорошо у нас. Ну хотя... Нету хейста. Нету нужных карт. Пас. Давайте поднять тревогу. Хотя бы сделаем ему минус один... Минус одна крича. Пас. Блок. Пас. Но сейчас мы не сможем полноценно ходить в атаку, к сожалению. Давайте активировать. Найдем себе горку. Давайте горку найдем. Ну, кстати, это неплохая опция. Давайте, наверное, может быть, история Бинали. Почему бы нет, да? История Бинали. Сейчас наша задача наплодить кучу токенов. И ход. Ага, боевой вождь. Окей. И там еще один вот этот вот. И кренка. А это дает хосту, да? Это хреново. Да. Угу. Два. Коварный гоблин, окей. Пас. А, атака, да? А эти все пошли в атаку. Ну да, не очень для нас перспективно, конечно. Давайте сюда, давайте сюда. Блок. Пас. Пожертвуем, найдем беленькую. Пожертвуем, найдем беленькую. Да, жестко пятый ход, конечно, такой стол. Но я думаю, что это все. Да? Мы сейчас не убиваем ни в коем случае, если идем в атаку. Ни в коем случае. Ну, значит, да, все. Будем играть вторую. Не получилось. Окей. Давайте попробуем вторую. Гоблины оказались чуть быстрее, чуть удачливее, чем мы. Ну, ничего страшного. Да, кстати, ребята, не забывайте, что по ссылочке в описании к этому ролику есть ссылка на группу ВКонтакте. Заходите туда, я туда публикую все видео, дублирую. Также там есть раздел, в котором вы можете предложить свою колоду. И я с удовольствием ознакомлюсь с ней, может быть, даже запишу на нее ролик. Ну, а пока снова глючит после обновы сервер, давайте я немножечко прерву. Итак, друзья, вторая игра. Ну, я очень надеюсь, что у нас получится все-таки запустить нашу комбу. Да, нормальная рука. Более чем. Лурус. Давайте 2 хп, давайте высадка легиона. И ход. Если сейчас будет не уловить мысль, то запретная дружба. Поставщик, окей. Раз, два, три. Неплохо. Давайте гора, давайте запретная дружба. И ход. Следующий ход сыграем. Высадку легиона. Ну, точнее, флипнем. Высадку легиона. Еще земля. Черная. Черная, не цветная.
И притязание. Окей. Получился демон 5-5. Да. И еще один сосуд архидемона. Хорошо. Круто. Что можно сказать? Это круто. Давайте, наверное... Так. Земля. Давайте еще одна запретная дружба. Вопрос, идти ли в атаку? Потерять при этом крич. Ну давайте, ладно, сходим. Угу. Угу. Окей. И окей. И ход. Вопрос, что следующий ход? Или укрытие филидаров, или героическое подкрепление? Я думаю, что укрытие филидаров можно, в принципе, всегда 3-3 вкачать. Будет неплохо. Пас. Пас. И... Арканист, окей. Ну, что там у него хорошего есть? А мой ход? Давайте пожертвуем. Давайте найдем себе зелененькую. Просто на тот случай, если у нас вдруг придет бегемот. Тоже, кстати, неплохо. Давайте укрытие. Давайте земля. Давайте сделаем котика. Давайте атака. Всеми. Так, а всеми. И... Нет. Окей, давайте. Вкачаем всех. Пройдем на 6. Неплохо было бы землю сейчас на топ декать. Так, ну давайте. Равнина. Давайте по каунтеру. Неплохо было бы еще землю в следующий ход подровать. Это было бы вообще просто мега круто. То есть сразу понять тревогу и героическое подкрепление. Все прошли. Все вошли. Это было бы... Ну, это было бы победа. Это была бы победа. Хотя, если он сейчас уловить мысль скажет, то о какой победе может идти речь, да? Забрал. Окей. Жажда кровавого вождя. Окей. В атаку. Хорошо. Все пошли. 3, 8, 9, 10. 10 в атаку. Ну, наверное, жажду кровавого вождя сыграет, мне так кажется. Значит, очень сильно нужна земля. Прям вообще капец как сильно. А, нет. Ну, так героическое подкрепление дает. Да. На 2. Чё, киса моя снова? Так, у нас есть сатир. У нас есть поднять тревогу. Мы можем, в принципе, сделать даже сатира, да? Длительности нету. Ну, давайте скажем, наверное, в... А, ну что толку, да? Ну, давайте одним в атаку. Далее. Давайте... А, мы умерли. Мы тут умерли, да. Мы умерли, потому что плюс 2, плюс 0.
Фофлайера. Ну да. Эх, если бы... Могли бы ведь выиграть. Ну ладно. Все шансы были на это. Как бы то ни было. Давайте следующую. Ну и снова ожидание от сервера не продлится полчаса. Потому что, ну, это капец какой-то. Вообще, если честно, раздражает. Надеюсь, что они пофиксят с выходом Каладеша эту ерунду. Итак, друзья, третья игра. Ой-ой-ой-ой-ой, какая плохая стартовая рука. Ее стоит переиздать однозначно. А вот это уже получше, наверное. Давайте кипнем. А, это уберем. Давайте красненькая. И хитрость сатира. И ход. У меня такое чувство, что мы против такой же деки играем сейчас. Как и до этого играли. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Хоть и так, тогда давайте запретная дружба. Или... Нет, давайте все-таки поднять тревогу сыграем потом. Атака. На копейку. Далее. И ход. Так. Корп перед Денсер. Интересно. А чем он сам по себе 0-2, да? Сам по себе 0... Давайте запретная дружба. Давайте таковище. Но если получится, то мы убьем, конечно. Атака. На 3 и ход. Если сейчас нам дадут пятую ману, то мы, конечно, убьем. Без вопросов. А, может быть, и не убьем. Ладно. Я что-то это... Да, зазнался. Подзазнался немножко. И ангельский дар. Что он делает? Полет. Возьмите карту. Окей. 2-4. Интересно, пойдет ли в атаку? Не пойдет. Ой. Это, наверное, худший топ-дек, который мы могли там топ-декать. Давайте атака. Всеми. Не вижу ни одной причины не проатаковать. И хитрость сатира. За экзайл двух карт. И ход. То есть мы еще все еще пока ходим на 4. И меня это в принципе устраивает. Эйдолон, да. Эйдолон клевый. Угу. И еще один корс перед Денсер, окей. Ну давайте. В атаку, наверное, не пойдем. Давайте просто запретная дружба. И ход. На самом деле, то, что луку нам сбросили, то, что нам его не сбросили, как бы особо не играет никакой роли, потому что просто мы бы его сейчас не смогли сыграть. То есть в данный момент не играет никакой роли. Окей, если должен умереть, то возвращается. Тот сис ушел, бегемот. Окей. Нам сейчас нужно что-нибудь, что просто взорвет. Все. Не пошел в атаку. Ой-ой-ой-ой-ой. Я очень даже уверен. Сейчас сделаем себе архонта. Здрасте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть все получили 7 плюс 7. Прикольно. Давайте следующий. Итак, друзья, четвертая заключительная игра. Надеюсь, что все будет у нас сейчас получится, как в прошлой игре. Потому что получилось действительно мощно. И ради таких вот связок, ради таких вот комп стоит... Стоит собирать такие колоды, потому что, ну, они веселые, по крайней мере. Первый ход, да. Да, это хорошо. Так. Я думаю, что мы сейчас красную все найдем, наверное. Или белую. Ну, здорово. Здорово, бро. И ход. Или красную, или белую найдем себе. Наверное, красную. А что тут у нас джиганта? Фанатик. Окей. Атака. Пас. Давайте активировать.
Давайте найдем себе красную, да. Ну, отлично. Давайте запретная дружба. Даже если не на топдеке 4 маны, то у нас... А, тут этот гоблин дурацкий, который всем по единице выжигает. Надо, короче, пока этот гоблин не на руке. О, отлично. Пока он не может сыграть этого гоблина, надо это, наносить дамаг. Это что у нас? Наносит напряжение каждому оппоненту. Понятно. Ну, давайте, наверное, в атаку сходим. Сейчас он будет менять фанатика на какого-нибудь из них? Или нет? Далее. Ну и ход. Видимо, меня сейчас будет пытаться пороть, нет? Гиту? Окей. Что-то как-то, если честно, тухло, дружочек. А, карты существуют из кладбища? Они никак не могут разыгрывать карты заклинаний из кладбища или библиотек. Карты существуют на кладбищах и библиотеках не могут выходить. Это жопа. Это прямо жопа. Для нас однозначно. Потому что вот эта наша комбо не работает больше. И это плохо. Блин. Я не смогу сыграть перевоплощение. Еще раз. Карты существ на кладбищах и библиотеках не могут выходить на поле битвы. Окей. Давайте, наверное, тогда священная кузня. И ход. И ход. Ай. Ай-яй-яй. Вот это, конечно, ломает комбо полностью. Это жопа. Вешена пиромант. Ладно. Да. Пас. Мой ход. Ну, давайте, скажем, поднять тревогу. Ну, наверное, скажем, теперь героическое вмешательство. Жесть. Давайте героическое вмешательство. Ой, героическое подкрепление. Бам, все здоровые какие. Ну, давайте, хочу в атаку. Атака всеми. Это просто однозначно, по-любому. Раз. Один в меня. И все? Все на этом, да? Шок в меня. Растапался. Еще. Ну и давай, бро, сноси мне 13 дамага. Нужно тебе сносить 13 дамага, ну или ты, наверное, умрешь. Мне так кажется. Может, не умрешь. Может, я сейчас умру. Вершина пиромант, окей. Ну, он сейчас не будет ходить вот так однозначно. Это чревато последствиями. Атака. Также всеми. Сюда. 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 И сюда, и на три, да? Далее. Дэмэдж. Пожертвовал софтокена. Хорошо. Далее. Окей, меня. Копейка. Оппонент в двух хитах. Ходи. Блин, клетка нам все испортила, заруинила всю игру. Ну, убивает он меня, он не убивает сейчас. В принципе, может. Наверное, убьет. Ну-ка, давай-ка.
Удар грома, да? Да, 3, 4, 5, 6. Да? Не хватило, не хватило. Вот клетка нам все заруинила. Ну и еще какой-нибудь болт, что-нибудь типа такого. И все. Да. Да, да, да. 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 К сожалению. Ну, по крайней мере, мы пофанились. Завтра у нас уже выходит Каладеш. Я начну записывать видео по Каладешу. А пока что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И до скорого.